Так, ребятки, всем здорово. Мы начнем играть в Шарлотту. Она бежала по коридору, прижимая к груди холодное пушистое тельце. Моя милая кошечка. Так. Почему? Why? Почему? Беда. А. Экс. Всем приятного просмотра. Короче, где-то... Так, у нас читай почти до... Примерно понял. Так. Это фанатская новелла Шарлотта. Но интересная в плане рисовки и в плане музыки. Вот, всем приятного просмотра, ставьте лайки. Не виновата, не виновата. Не виновата я. Это мы уже поняли. Так. Светлая госпожа. Что я? Ускорила бег. Костя знает, что делать. Костя. Кость поможет. Вечный закон. Нельзя разрушать на равновесие мироздания. Нельзя. Мастера запретного искусства нарушают. Ух, какие мастера. Из гробниц черной земли. Прикольно. Костя дурак, Костя чурбан, Костя лягушка. Забавно. Чё исправить-то? Чё исправить-то, Шарлотка? Чё исправить-то? Чё случилось-то? Лота? Её зовут... А, ну... Ну да, сокращённо. Исправь! А чё с комком случилось? Кошки маукают. Они живые. А чё исправить-то? И вдруг звёздочка. Ну? И... Уснула. А я занят. Пожалуйста. На глупую зверушку. Хитай, что тратишь его на меня. Интересно, Костина она убедит. Так, запрещенный прием, Шарлотта. Тебе я готов отдать вечность. Где инструменты? Не-не-не-не-не, здесь. О, господи, мы котика будем чинить. Котика, блядь. Какая милота. Мяу-мяу-мяу. Так быстро. У тебя получилось. А, спроектировал. И спасибо. Какая милота. Так.
некроманты-колдуны, поднимающие мертвецов. Костя предпочел назвать себя ученым, алхимиком и мастером запретного искусства Черной Земли. Опа. Так, что с живым сплошным морокой сделал звездочку полуживотное, полумашину. Он сказал, что она лучше настоящие, потому что никогда не умрет. Прекрасно. Так. Больше всего на свете Костя ненавидел себя, проигрывать правительство и смерть. Возможно, он ненавидел еще речную рыбу. За все годы, что Костя заботился обо мне, ее ни разу не подавали на стол. Я не знала, люблю ли рыбу, я вообще очень мало о себе знала. Мое первое воспоминание – лицо Кости. Он сказал, что я долго болела. Он сказал, память вернется. Она не вернулась. О как. О как. Ладно, не важно. Это я так решил прикольнуться. Готово. Как Костя передал мне кошку, я бережно прижала звездочку в груди. Зверек замурчал, отзываясь на ласку. Ня-ня-ня. Костя. 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 Заебало, чё? Когда ты меня починишь? Ой, бля, муха. Людей не лють, не лень. Людей лечат, блять, она ищиня тупая сиська. Знаю, но ты не врач, ты колдун. Застрахуй, братуху. Костя нахмурился, я едва сдержал улыбку. Ха-ха-ха, какой Костя красавчик. Ему не нравились разговоры о моем здоровье, он ненавидел проигрывать. Когда ты починишь меня, о великий мастер запретного искусства. Ха-ха-ха. Я пытаюсь, люди... Что люди? Очень сложные, Лота, но я и правда пытаюсь, красавчик. Значит, вечером опять пить лекарства? И вечером, и утром, дорогая моя. Они отвратительны. Горькое лечит. Не настолько горькое. Не, он вздохнул, Костя погладил меня по голове. Ты сильная, ты справишься. Хе. Какая тупая Лота Шарлотта. Так, окей. Увидела глицинию, от слова глицин что ли, прекрасно. Ее имя походу как глицин. О господи, какая она страшная, черная, безжизненное лицо. Господи, точно. Некроутатоматуон. Слово чуть красивее, чем старая добрая тварь. О, хозяин, к вам посетитель. Уже? Уже? Да. Проклятие. Так и знал, что та надоедливая леди придет раньше назначенного. О как. Шарлотта, займи себя чем-нибудь. Бай-бай. Как скажешь, сэмпай. Как скажешь, ма-ма-ма. Людей страшно влечет сила некромантов, у Кости полно работы, чудо у него нашлось время позаботиться о звездочке. Чем бы себя развлечь? Так, я хочу скрин с котейкой сделать. Ребята, подождите. Так. Ага, вот она моргает. И прекращает моргать. Факты. Факты налицо. Момент, надеюсь, красивый. Так. Читать. Что значит музить? Что? Thank you.
А, это называется музыка. Прикольно, прикольно. Да-да-да-да-да-да-да. Чего? Чего? Подожди-ка. Алло, прием, как это пропустить? Прием. А, господи, как... Да давай, пропускай, бла-бла-бла-бла-бла, играй, Шарлотта, играй. Давай, 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 пропускай это все. Ла-л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 а. Давай, 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 пропускай. Пропускай. Господи. Я просто не хочу авторские права из-за классики, вот, ребята, честно. Ну давай же, пропускай, мать его, так, давай. Давай чем-то другим займемся. В дверях стоял Костя. Когда он пришел, как долго он смотрел на меня и зачем? Костя. Костя. Так. У тебя выходит все лучше и лучше. Спасибо. Упражняйся и дальше. Я слышал, музыка исцеляет разум. Ты считаешь меня душевно больной? Нет. Тогда почему? Ну? Твои воспоминания так и не вернулись. Да, но иногда я вижу сны. Ну и нихера их не помнишь. Сны всего лишь сны, дорогая моя. Я вижу очень реальные сны. Лота. Так. Да. Ты помнишь, какой завтра день? Конечно, помню. Правда? Как я могла забыть о собственном дне рождения? Прекрасно, память отшибла, от нюхи думает. Улыбка Костю будто стерла, он отвел глаза. День рождения. Верно, завтра твой happy birthday to you. Не говори, что забыл. Я не забыл, прости, мне пора в лабораторию. Подземную? Да, поужинаешь одна, ложись спать не позже 11. Не забудь принять лекарство. Я кивнула, притворившись, что нуждаюсь в бездарном напоминании позаботиться о себе. Тебе нравится моя музыка? Я могла бы сыграть для тебя Костя, ты должен бы только попросить. Ты не попросил, ты никогда не попросишь, какой же ты мудак. Лягушка. Ну пусть будет лягушка. Мудачья лягушка. Удачи, лягушка. Так. Остаток дня я скоротала за игрой и изучением комментариев к химической женитьбе. Мало-помалу за окном спустились сумерки, затем вошла луна. Как и каждый вечер, я до последнего оттягивала неизбежную попытку. Как и каждый вечер, я в конце сдалась. Как и каждый вечер. Как и каждый вечер. Ладно. Окей. Двенадцать. Ну? Уже 12, проклятие. И чё? Я... А, она должна пить, чтобы это... Так. Один глоток или три? Мяу. Ты прав, не к чему растягивать удовольствие. Так. Аха-ха-ха-ха. Ну? Пить ты будешь свое зелье, ведьма? Так, в себя. А-а-а. Чё, больно, что ли? А-а-а. Ну. А-а-а. А-а-а. Горький жидкий огонь. Ну, бывает, чё. Так. Ненавижу лекарства, ненавижу Костю, ненавижу свое проклятое немощное тело. Я должна быть сильной. Я должна быть
Должна, о господи, как они вот это тянут. Должна, должна, должна. Должна, я должна. Зачем тавтологию применять? Тавтология ни к чему. Так, мир сновидений, окей, давай. Куда? Да я откуда знаю, куда? Куда там тебе надо? Куда, куда, куда? Черт его знает куда. Тык, тык. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Птички поют, белый экран, глаза бьет. Ё-моё. Ну, я сидела на дереве. Малыш, тебе не пора за книги. Слезь. Слезь, чего бы? Это моё дерево, да? Или чё? Ну? Что неправильно? Почему? Лазать по деревьям. И? Так. Полюбуемся розами вместе. Я не могу. Я благородный, я не лазю по деревьям. За меня рабы лазят по деревьям, да? Рабы. Ох, эти леди, короли, цари. Я не полезу к тебе. Не залезешь, потому что не хочешь или не можешь. Не полезу и все. Ты не можешь, малыш-книжник, малыш-неженка, малыш-трусишка. Голубые глаза мальчика потемнели от гнева. Ну все, я все расскажу леди Катерине и лорду Лайону. Они по горло сыты твоими чудачествами, тебя накажут по попе. Ябеда. Я не ябеда. Ябеда, 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 ябеда. Не дразнись. Я чудачка, хочу дразнюсь, хочу нет. Кстати, малыш, а для благородной девушки уместно поцеловать воспитанника родителей, или это тоже странность? Поцеловать? Поцеловать? Щечку, совсем невинно. Я. Все, пацан растаял. Покошачьи легко я спрыгнула на землю. Так. Ахаха, видел бы ты себя со стороны. Ты... Я пошутила, зачем мне тебя целовать? Ты нежный, как принцесса, и плох во всем, кроме науки и этикета. Я не слабак. Поспорим, поймай меня, если сможешь. Поймай. Смеясь, я бросилась в глубину сада. Так. Так, проснувшись, я первым делом разбудила звездочку. Мяу. Мне опять снился малыш. Мяу. А он мило краснел. А, это был сон. Мяу. А, фыр. Фыр-фыр-фыр. Это был хороший сон. Мяу. Хорош. Мяу. Малыш, малыш. Карлсон. Знать бы, где ты. Так. С кем ты? Скучаешь ли по мне? Так. Ну? Приемчик. Я скучаю. Молодец. Костя не малыш и никогда его не заменит. Он другое. Другое. Господи, зачем эта тавтология? По словам Кости, не справившись с горем после гибели родителей, я заболела... и впала в многомесячное беспамятство. Костя Розен... Почти как Розенбаум. Так. Мы делим одну фамилию, но он дальний родственник, назначенный королем-опекуном надо мной и особняком. Вряд ли до моей болезни мы бы хоть раз встречались. Очень-очень вряд ли. Мои родители были лордом и леди Белой Костью, голубой как... незабудки кровью, честью и гордостью королевства. Костя же... Так.
Некромант, наследник магии наших диких предков, аристократы презирают ему подобных. Малыш. Я несколько раз спрашивал Костю о воспитаннике родителей. Некромант либо увиливал от ответа, либо говорил, что ничего ни о каком мальчике не знает. Я бы давно успокоилась, но утром чувствовала, Константин лжет. Воко. Я не стеклянная, я не разобьюсь от правды. Почему меня обманывают? Так, из благих... Из-за стыда? Что, если малыш не ужился с Костей? Мой опекун презирает приличия, малыш же напротив помешан на правилах, оба до крайности упрямы. Пара замечаний, взаимный обмен оскорблениями, и вот малыш сбегает из дома, не желая признавать некроманта главным. Костя знает, как малыш для меня важен, он злится на себя, но не может признать, что виноват в побеге парня. Глупая ситуация, но я не верю, когда дело касается гордости, самые умные мужчины превращаются в законченных дураков. Надеюсь, однажды малыш одумается и вернется ко мне. Надеюсь, он не влип в неприятности. Надеюсь, да? Да зачем эта тавтология, а? Капец просто. Мяу. Ты прав, сон о малыше подарок. Светлая госпожа, помнишь, что сегодня у меня день рождения. Я взяла со столика флакон, торжественно отвинтила крышку ароматом полыни и мяты. Прекрасно. С днем рождения, с днем рождения меня, да? Будь храброй, будь умной, будь здоровой, будь счастливой. Мяу. Я крепко жала флакон, мне представился металлический вкус. И чё? А чё дальше? По сравнению с утренним вечерним лекарством, изысканный десерт. Я тряхнула головой, прогоняя видение. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а сладкие лекарства – фантазии глупых детей. Всегда приходится выбирать между большим и малым злом, всегда приходится платить. Мяу. Да, я сильнее своего слабого тела. Через силу улыбнувшись звёздочке, я опустошила флакон. Опа. Мы сейчас глицинию встретим, да? А, нимфея? Это еще кто такая? Нельзя. Чего нельзя? А чего нельзя-то? И чё? Костя запретил меня впускать? Нет. Тогда я могу пройти, отойди. Слуга. Отойди. А чё случилось-то? А чё случилось-то, алё? Приём. Я так и не понял, чё случилось. Спал? Пьянь. Костя, шкатулка. И чё, типа? Бля, ну только не говори, что ты в шкатулку хочешь заглянуть, а? Зачем? Ну, господи, а?
Ты прикалываешься, ты реально шкатулку возьмешь своей рукой. Эх, Шарлотта, Шарлотта. Вот куда ты лезешь? Скажи мне, пожалуйста, а? Ага, в честь дня рождения она хочет взять артефакт. Зашибись. Интерес. Интерес погубил кошку. Что, королева? Король. Любовь. А к чему это? Смерть. Жертва. Сердце. А, секретный механизм. Ну, конечно, откроешь ты так просто, да? Так. Проклятие. Серьезно, она открыла? Чего? И что она с этим кинжалом сделает? Так. Поставь, это не игрушка, Лота. Ты опять спал в кабинете? Да. Это неправильно. Знаю. Почему не дошел до спальни? Устал, увлекся, был слишком пьян. Какая разница, поставь шкатулку на стол, блядь. Я подчинилась. Так-то лучше, Лота, зачем ты пришла ко мне? Ты приготовил подарок? Подарок? А, верно, подарок, да, Лота, у меня кое-что для тебя есть. Что? Торт. Всего лишь торт? Я купил его в Кремовой Розе, твой любимый кондитерский, но он огромный как дом. Щедро. Так, обычно Костя не слишком одобрял мою страсть, короче, к сладостям. Так. Где торт, там и гости. Как насчет Поля, он придет? Так, задумался, а потом кивнул. Да. Думаю, да. Отлично. Был детектив Поля Арджента, милый, честный, умный, симпатичный парень. Он так часто бывал у нас в доме, что со временем я начала считать его почти членом семьи. Интересно, какой подарок приготовит мне Поль? Новое платье, книгу, куклу. Нет, только не куклу, я давно не ребенок. Я не ребенок. Так. Ты сделал макияж? Заметил? А, она сделала. Да, очень красиво, тебе помогли. Кто? Нимфея, Глициния, Лота. Какая она противная. Я справилась сама. Намазюкалась, как шершеляфа. Сама? Сама? Чего? Ты смотрела в зеркало? Это глупо. Ты смотрелась? Костя... А чё, им нельзя смотреться, типа, или чё? Она же эльфийка, или кто? Смотрелась? В чём прикол? Я помню правила, никаких зеркал. А чё будет, если она в зеркало посмотрится? Монстр вылезет? Чё будет-то? Почему вам нельзя смотреться в зеркало? Блин, Костя Лягушка, Константин Чурбан. В смысле обманула? А,
Она играла? По плиткам, что ли, или что? Светлого пятна. Да, местами тут происходит какой-то детский сад. Шаг, прыжок. Пробираться в запретное крыло. И чё, реально она будет это? Порции лекарства. Мое зелье капельку слаще. Мяу. Я не тоже не верю отговоркам, а что если... Что? Мяу. Так. И чё? Мяу, перевоспитать. Как принцесса. У меня есть красивое платье, украшения, но макияж. В сад. Не спускаться в лабораторию, не заходить в крыло. Короче, они ее прям держат пленницей. И чё, ты хочешь в зеркало глянуться? Серьезно, она в зеркало глянется, и поэтому типа поплатится за это. Очень странно. Очень, кстати, интересно, почему он не дает ей смотреться в зеркало. Так. В запретном крыле. Сегодня я принцесса. Мяу. Запретное крыло, это мой секрет, Костя никогда о нем не узнает. Ну? Костя, проклятая лягушка. Вина не на мне, а на тебе, только на тебе. Прекрасно. Так, прыжок, прыжок. Опа. Она зеркало посмотрится. Я уже зеркало вижу. Ё-моё. И чё произойдёт? Это и правда я. Она чё, всё вспомнит, что ли? Алый, как кровь. В натуре, а что произойдет? А власти над мужчиной? Что? А кто она?
Она сейчас вспомнит, что ли? Или чё? Что будет? Объясните мне, пожалуйста. Отменить все глупые правила? Она хочет его приворожить? Серьезно? Так. Голос? Мир пальцы твоим ногам, ну серьезно, она поддастся голосу, что ли? Я. Так все банально, да? Прекрати лгать и отдайся желаниям. Каким еще желанием? Ты молишься светлой госпожей, но она не спасет от снов полных огня, от снов, бросающих сладкую дрожь, от снов, сулящих наслаждение. Твоя страсть безбрежна, как Ян, выплесни ее, освободись. Что? Прекрати! Прекратись! Пожалуйста. Опа. В нас кто-то вселился? Ха, знаете, в чем прикол, ребят? Если черные глаза, вызывайте Дина и Сэма Винчестера. Возвращайся, блудный сын, обретешь покой и мир. Не бывает сладких слез. Отдайся желаниям, Шарлотта. Ой, секундочку. А это было, кстати, уже жутко. Это жестко было. Иллюзия. О, вот. Вот так тебе сказали в зеркало не смотреть, а потом такие бугагашеньки. Всего лишь видение происходит. Охренеть. Зеркало переоценивает, я накрасилась, смотря в металл. Свет защитит, тьма поглотит. На тьме голос предательски дрогнул. Что-то холодная кость. Чё? Она упала? Что проиграла? Что в смысле проиграла? Она типа тьма поглотила все? Нас тьма поглотила, бу-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ва-ха-ха-ха-ха, и все, конец. Чего? А вот это, кстати, хочу заскринить. Бля, подождите. Мне надо было дотянуться. Давайте сохранимся, подождите, ребят. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Тут так сохраниться проблематично. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так. Рыдать три ручья. Меня поймали демоны, как я могла ошибиться, как я могла проиграть. Ну и чё? А чё дальше-то? Можно узнать? Я запретила касаться себя. Ты не откликалась на имя. Так. Моё воображение, моя беда, ха-ха. Какая она заводная. Зачем пришла? Хозяин велел тебе спуститься в столовую. Ого как. Передай, что я скоро буду. Ты заставишь хозяина ждать? Да, сегодня мой день. Да им похуй. Нет. Что нет? Сегодня не твой день. Ты бредишь. Не твой.
Опа-на. А, то есть все, теперь из-за твою, из-за того, что она в зеркало глянулась, теперь ее будут... Это жутко. Опа-на, вали уже. Бежать! Беги, 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 беги к хозяину, ну. Быстрей. Бежать! Теперь в этих тварях, походу, это... Давай, давай. Давай! Куда валить-то? Ну? Давай. Ну? Ну шо ты стоишь, Шарлотта? Давай! Светлая госпожа, много пиздишь. Давай. Да господи, давай, и так новелла тормозит. Харе думать. Погнали в столовку. А где... На... Это детектив? О, какой красный. Так. Долго же ты, Лота, опять заигралась. Ага, демона караванчика. Нехорошо нас заставлять ждать. Простите. Между прочим, детектив отложил, чтобы поздравить тебя. Так ведь, Поль? Молодой мужчина натянуто улыбнулся. С днем рождения тебя. Окей, Шарлотта. Давно не виделись, Поль, как дела? Детектив покраснел. Милашка, надо его подбодрить. Чуть веселее, Поль, ты же не хочешь испортить праздник моё 18-летие. О, она уже целомудренная у нас, Шарлотта. Тебе опять 18? В смысле, опять? Она чё, ведьма, что ли? Не хочет с ним расставаться? Чё-то они темнят. Подарок? Чё за подарок? Забыл? В смысле, в последний момент? Ты не мог забыть о моем дне рождения, нет, нет, нет. Почему? Потому что я помню о твоем, но... Есть? Ба... Какой бант? Что там? Ну? Роза? Розы и поделки, я смешон. Нет, ты чудо. Ну, все получилось, как я хотел. Разве? Увы, да. Мастером любого дела. Спасибо за совет. Не за что. Надеюсь, ручка пригодится для решения сложных задач. Что за задача? Лота. Я забыла, да? Или чё? Шарлотта,
Сегодня праздник, сегодня мой день, я не хочу ничего решать. А уроки уроками, боже, я дорешаю задачи завтра. Фу. Нет ответов, нет торта. И не вмешивайся, она должна решать. Так. Она кажет. Так. Ну. О, прикольный этот. Мяу. Да, милый. Да, милая, Константин Лягушка. Хм. О, светлая госпожа. Вот этот скрин, кстати, прикольно сделать будет. Так. Блин, я не знаю, делаются скрины, не делаются. Хрен его знает в натуре. Мяу. Верно, я сильная, я справлюсь. А, кстати, да, подальше будет красивее этот. Так. Да, вот так, мне кажется, поприкольнее. А кот мне, кстати, знаете, кого напоминает? Этого. Из аниме «Синий экзорцист». Тоже очень сильно почему-то похож на этого котика. Короче. Короче. Так. Короче, это очень прикольно выглядит. Так. Ладно, давайте сильно не тормозить. Любовное стихотворение. Короче, она задачки будет решать. Почему бы и нет? Так. Ну. Так, очевидно, очевидно, очевидно. И это очевидно, да? Забавно. Позаботиться о розах. Символ королевства. Прикольно. Принц роз. Мертвая роза. Мяу. Мысли вслух. Мяу. Костя не попал бы в темницу. Роза – символ жизни. Прикольно. Так. Мяу. А у меня… Ну, Костя Чурбан. Мяу. Костя Чурбан, умирающий сад, наука. Наука. Наука, наука, наука. Так. Спальня станет гробницей, да. Что такое? Что это такое? Лекарство не помогает? Ну почему лекарство не помогает? Мяу. 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 Стянуть торт.
Ну давай, тортик жди. Охота за тортом началась, да? Так, ну погнали, чё? За тортом так... За тортом. Голоса. И что они обсуждают в натуре? Так. Ну иди уже послушай, раз уже начала подслушивать. Да давай, иди подслушай, заколебала Шарлотта. Давай. Так, подожди. Ну, давай. А, они бухать хотят? Бухают. В трущобах нашли мертвую девушку, Рили. Подражатель. Прикол. Из отчетов полиции. Так. Человека тьмой сломать. Искусство черной земли. Так. На тебя невозможно злиться. Так. Манускрипт. Что за манускрипт? Почему же? Ага. Дом или склеп? Уверен? Шарлотта все устраивает. Она от них убегает. От этих зомби. Нормальных слух. Так. Что такое? Да уходи уже за тортиком. Да давай, Шарлотта. Какая ж ты неуклюжая, а? И чё? Искала звездочку, ну да, ну да.
Мяу. Нет, он, походу, не поверил. Честно? Да-да, честнее некуда. Он, короче, нас спалил. Он даже, походу, обиделся. Вот, а бля. Ну все, сколько раз я повторял? Сколько раз? Ну и не верьте. И куда ты убегать собираешься? Так. Ну. Она что, в сад убежала? Любовь и смерть, радость и страх. Ну, и чё мы сюда попёрлись? Мяу. В смысле в пропасть? Опять сон? Сыграть с малышом? Чё за малыш? Это звёздочка, что ли? Но у него глаза на звёздочку похожи. Ты всегда занят. Лови! Так. У меня есть имя. Что за имя? Кукла, идеал. Такс. Заставляет его целоваться. Малыша. Так.
Давайте уже добазаривайте. Давайте уже целуйтесь, а. Она хотела, чтобы он в губы ее поцеловал, рели. Ну, типа это сон, правда, закончился. Ну да. Так. Опять Костя. Костя. Так, хороший сон. Ты смотрел, как я сплю? Да. Долго? Достаточно. Это странно. Почему же? Просто странно, как ты меня нашел. Так. Я всегда знаю, где тебя искать. О-о-о. Окей. Шарлотта. Ну чё опять? Ну? Проклятый некромант. Так. Ненавижу твоих слуг, тебя и то, что мой дом. Шарлотта. Хочешь, покажу фокус? Что это? Венок из орхидеи? Ты настоящая красавица, правда? Да. Даже надеюсь, это не конец. Ты дурак. Согласен. А, я забыл заскринить, черт подери, ладно. Пофиг. Так. Но я не хочу уходить. Не хочешь? Это проблема. О, ну это, кстати, тоже прикольный вид. Что ты задумал? Он ее отнесет, короче, в кроватку. В кроватку отнесет.
Ну да. В спальне? Утром и вечером, ну да. Лекарства горькие. Без них не вылечит твое сердце. О, мое сердце. Мое сердце, мое бедное, больное сердце. А ты? Я знаю о приступах, ты принимаешь лекарства, свои лекарства. Костя, со мной все в порядке, спасибо. Ложь, 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 ложь. Сердце. Ты болен, Константин, ты ходишь по грани, ты танцуешь со смертью. Прекрати себя убивать, прекрати, прекрати. О как. Так, какой же ты дурак. И чё? Сон, что ли? Ой, я думал концовку уже, думаю, нифига себе. Мяу, что-то задумал Константин. Подыграть, мяу. Буду примерной девчонкой, ха-ха-ха-ха-ха. Так. Доброе утро, Лота. О, доброе. И что будем делать? Дворянина. Очень сильно неспроста. Зачем ты меня позвал? И что за подарок? Как? Скоро узнает. А кто это? С Хлоей? Воспитанница? А, так, поглазеть в ответ, давай. К некроманту. Ученый, ну да. Мастер. Вы некромант. Мастер запретного искусства Черной Земли. Но это слишком длинно, поэтому сойдет и некромант. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Хлоя, вы творите черную магию, то есть я колдун. Да. Так. Колдун, ха-ха-ха, ну надо же. Мастер. Так. Колдун, ха-ха-ха-ха-ха. Да уж. Прости, ты обычная девушка и не знаешь о тонкостях. Хм. Если надо, я все выучу. Так. Зарыдала. Если надо, я выучу что угодно, мастер. Хлоя. Так. Не прогоняйте, мне очень нужна эта работа. Встань, Хлоя Саммер. Мастер Розенкрау. Ты стала моим человеком, как только переступила порог. Правда? Да.
Так, заботиться о ком-то кроме меня странно. Так. Правила. Те же самые, короче, да? Никаких зеркал. Я... понимаю. Так. Мне нравится твой настрой. Я не разочарую, мастер. Константин, а не мастер. А-а-а. Это мое имя. Я не разочарую, мастер Константин. Я запомню твои слова. Ох. Шучу. Добро пожаловать в поместье Розенграу, Хлоя Саммер. Во как. Эти двое. Хлоя была красивой и взрослой, слишком красивой, слишком взрослой. Да достала тавтологию делать, это Шарлотта. Что? Что опять не так? Задумалась она, да? Ну? Кроме звездочки, она с Хлоем и все к лучшему. Верно, верно, верно. Верно, светлая госпожа. Дружелюбную улыбку. Ай, ждут. Ну. Смотреть, как глупая кукла. Замечательно. Блять, она опять играть будет, а? Ля-л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 я, нам не надо авторские права. Ля-л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 я
Хлоя дала себе знать, ну окей. Что Хлоя дала о себе знать. Музыка, кстати, прикольная, мне чем-то даже «Бесконечное лето» напоминает, ребят. Так, ну чё, к тому, как зашла Хлоя к нам, чё я хочу сказать. В принципе, неплохая новелла, сюжет пока нифига не понятен. Этот мастер убийства девушки, детектив сказал, не смотреть в зеркала, мистика, вот. Неплохая новелла, я не знаю, может быть второе прохождение будет уже финальное. Вроде игра проходится где-то 3 часа. Может еще столько же проходиться будет вторая часть. Ну а всем спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Казуку Фэмили. Надеюсь, мы удивляем вас некоторыми играми. Не забывайте говорить друзьям, рассказывать, делать репосты, комментировать. А мы даже в сложные времена стараемся вас чем-то удивлять. Всем спасибо за внимание, а с вами был Казуку Фэмили. Пока-пока.